В среду в Венспилсской больнице состоялась праздничная церемония освящения нового флага Севера Курземской больницы. Поскольку больница в этом году тоже присоединится к большому шествию в день города Венспилса, то как же мы в шествии пойдем без своего флага? Все-таки мы очень большой коллектив, занимаемся очень для людей нужным делом. Новый флаг имеет несколько экземпляров. Один для того, чтобы использовать его в шествии, два для флагштока и один вручат новой Талсинской больнице по окончании строительства. Возле Венспилсского филиала Северо-Курземской региональной больницы флаг будет развиваться, когда в этом лечебном учреждении будут отмечаться значимые события. Когда у больницы есть праздник и когда у работников больницы большие юбилеи. То есть если флаг вьется, значит у нас какой-то праздник. Например, новое отделение откроем, или ремонт какой-то, или у нас в этом году, например, уже был детский праздник, то есть бебиши, святки, то есть это же праздник, и почему в этот праздник не видится нашему флагу? Символическим стал тот факт, что впервые флаг осветили и подняли в день, когда свой юбилей праздновал председатель правления Северо-Курземской больницы Алый Даваны. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курземское телевидение.